самая сильная и совершенная форма жизни. Большая сирена качок. Если ты хочешь быть таким же сильным и накачанным, как я, то успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. Я считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Да, ребята, на канале Сирена Студио вышла еще одна новая анимация «Три Хэд против акулы самолет». Это битва просто легендарная. Ссылка в описании. О, дорогая, вот я тебе уже недели 3 приношу еду и приношу. Когда там уже вылупятся новые детишки? А то прошлые не выдержали моих тренировок. Ну, самый конёк слишком сильно. Не надо было, я ж тебе говорила. Ну, у нас же династия качков. Каждый мой наследник. Как мой отец, как его дедушка, как его отец и как его дедушка. И как, в общем-то, мой пра-пра-пра-пра-прадедушка и пра-пра-пра-прадедушка. Я поняла, поняла, должны быть качками. Ну, можешь хотя бы этих детей, когда они вылупятся, гонять поменьше? Эх, ладно, хорошо, буду гонять поменьше. Но ты не думай, что я дам им слишком много поблажек, потому что никто в нашей семье не должен быть слабаком. Ну когда там они уже вылупятся? О, ты каждый день у меня об этом спрашиваешь. Вроде бы сегодня должны. Как раз таки на конец третьей недели. О, хорошо. Тренировочки начнем. Ты еды лучше сходи принеси детям. А то когда они вылупятся, будут голодные. И умрут от голоду до твоих тренировок. Ладно, хорошо, я понял. Сейчас скажу. Я родился! О, кто это там? О, родился, сынишка! Ура, первенец! О, сыночек! Сейчас будем тренировать... Никаких тренировок первую неделю после родов! Тихо! Тихо! Сейчас покормлю его! А вы кто такие? А я кто такой? А почему вы такие большие? Ты наш сыночек! Большая сирена! Мы все большие сирены! И теперь ты родился в нашей семье! Угу! Круто, круто! Ты моя мама? Да, я твоя мама! А это твой папа! Ого, какой он сильный! Ого! Так что давай! Сиди рядом с братом! А где мой брат? Скоро вылупится! А, вижу! Сейчас мы тебя покормим! Хорошо! Угу! 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 О! О, братик, братик! Угу! Угу! Братик! Ты кто? Привет! Ура! Привет! Мы большие сирены, да, мама? Да, мы большие сирены! Привет, сынок! О, у меня родилось два сына! Какие большие! А ты такой маленький! Уху! Ой, ты тоже небольшой, я тебя старше еще, между прочим. На, получай! Чё, слышь, на, получай! На. О, где эти люди хотели драться? А ты сейчас там каком люлей? Хорошо, не нужно, мы не будем драться. О, какой бойцовский дух у этих детей! Отлично! Из них вырастут достойные преемники нашего рода качков больших сирен. Так, сколько раз тебе говорить? Хватит! Давай лучше детям поесть! Поесть! Ладно, да, братишка, пойдем кушать! Так, а кем их там кормить-то? Мысли, кем их кормить? Я уже сколько раз тебе говорила! Мостовыми червями детей кормить надо! А, мостовыми червями! Ну вот, мостовых червей! Ух ты! Папа, спасибо! Это все нам! Мостовые черви! Кушайте. А ну-ка, ням-ням-ням-ням-ням! Все, братишка, давай больше не будем драться, будем вместе тренироваться, становиться сильнее и кушать давай, мостовых братишка. Червей! Ням-н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 ям! Как вкусно!
Уху, уху, ура! Папа! Наша первая тренировочка! А, ура! Да, да, класс! Что делать? О, что вы будете делать? Сейчас я вам расскажу. Ура! Ура, первая тренировочка! Так, что делать нам надо? Да, папа, быстрее рассказывай, что делать. Для начала 10 кругов вокруг площадки. Бегом, бегом. Ура! Наконец-то, давай, побежали. Побежали. Ух, ух, классно бегать. Тебе тоже нравится, да, братишка? А, круто бегать, классно ю-ху. Бегать, ю-ху, класс. Ю-ху. Оу. Ой, фух, подожди, ух. Чё-то я устал. Ух, я тоже, да. Эй, что вы остановились? А ну дальше бежать! Ладно, хорошо, папа, мы бежим, бежим! Хорошо, папа, хорошо! Эй, ура! Давайте в темпе, ура! 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 Чего-то уже не так радостно. Ага, фух, я что-то устал. Ух! А, подожди, братишка. Бежать, братишка. Бежать! О, да, ух. Бежим, бежим, бежим! Ух! Давайте, давайте, бежим, я сделаю бежим, из вас бежим, настоящих бежим. Качков! Фу, 10 кругов. Мы пробежали. Тренировочка закончена. Можем пойти домой кушать? Это была только разминочка, дети. Как это только разминочка? А теперь быстро на турники. И по 10 подтягиваний в 20 подходов. Но мы не умеем подтягиваться. Давайте, давайте, подтягивайтесь. Ладно, я первый. Что-то не получается. Ну что это такое? Не получается! Безобразие! Ладно, попробуй на среднем турничке! Хорошо! О, вроде что-то получается, получше! Давай, давай, в темпе, а ты еще разочек отдыхаешь! Пока твой брат на турниках, иди поднимай! Я устал! Штангу! Ой, иди тоже на турничок, турничок освободился, иди! А, давай, давай! О, я устал, давай, я 4 раза все смог подтянуться! Фух, ну... И раз, и два, и три, и четыре, давай пятый. И пять, и шесть, и... Я не могу седьмой. Что ж вы зрящи такие, надо руки качать, решено, сегодня будет день рук. Быстро взяли себе по штанге. Хорошо, тяжелое, раз. А, она тяжелее, чем это. Два, ты старше, так что тебе штанга тяжелее. Четыре, пять. Шесть, раз, семь, два, восемь, девять, три, десять, все, не могу быстрее, больше. Быстрее, руки пять, болят. О, шесть. Давай, братишка. Семь. Ты чего стоишь? Приседай, да, пока давай. Хорошо. 20 раз, приседаний. Два, три, восемь, четыре, пять, шесть, семь. Я больше не могу. Девять. Не дрищи. Десять. Ай, ноги уже болят. Не могу приседать. Первый день. Давай, давай, приседай. Я думал, приседай. То, что быть качком это раз. Весело. И думал, то, что раз. Мы будем гулять и тренироваться. Два. Три. Все, уже ноги четыре, отказывают. Не могу приседать. Пять. Шесть. Семь. Фух. Восемь. Девять. Десять. Все, 20 раз. Одиннадцать. Я завтра 12, не встану. 13, 14. Давай, братишка. 15, 16. Ого, ты молодец, 17, на рекорд идешь. 18. Давай, еще вставай. 19. Не могу встать. Давай, поднимайся. 20. Братишка, я ты полежу, что? Я полежу, отдохну. Фух, нормально я все. Я устал, я полежу, я отдохну. Папа, он подняться не может. Ты чего он а ну 20 встал. Раз присел. Сейчас, по завершении тренировочки еще давайте. В припрыжку, пробежечку, два круга хотя он бы. Он, кажется, умер. На площадке. Ты живой? Эй, я не умер, я... Ай, ты что делаешь? Я думал, ты умер. О, кстати, хорошую идею предлагаешь, давайте, пока вы уставший спарринг устроите. Ой, ладно, вот так, давай, победит, ну иди сюда. Тот будет меньше бегать. О, завтра. Хорошо, на сколько кругов? Ну, посмотрим, с каким отрывом победишь. Если прям победишь в сухую, то на два круга, а если победишь еле-еле, то только на пол или на один. Так, братишка, ничего личного, иди сюда. На, получай, получай. Получай, на.
такая, больно бьешься. Да капец быстро, вроде уж устала, валялся только что. На. Куда отбегаешь? А ну-ка, иди сюда. Я победил. Братишка, ты меня, кажется, убил. Братишка, нет, вроде дышишь. О, молодец! Завтра будешь на 4 круга меньше бегать. Хотя ладно, шучу, всего на 1. Ты еле-еле победил, задохлик. Ну можно на 4? Нет, на 1. Теперь давай, помогай брату встать. Веди его домой. Там кушайте, отдыхайте. И вечером еще на пробежку выйдем. Нет, еще вечером одна тренировка. Завтра подъем в 6 утра, помните. Ладно, хорошо. Я из вас сделаю настоящий костюм. Помоги, братишка, встать. Сейчас, братишка. Я буду первым! Я буду первым! Это 155-й круг! Все-таки давай, я тебя обгоню, а не ты меня! Батя, я первый! Нет, я первый, блин, а! Молодцы, детки! Ничего, в следующий раз пробежим с тобой 170 кругов, я тебя обгоню! Да, батя! Фух, хороший круг! Хорошая сегодня тренировочка, лучше скажи. Да не, мне кажется, сегодня хватит. Да, отличная тренировочка. Нет, дети мои, с сегодняшнего дня я назначаю вам новый курс тренировок. Ух ты, какой же курс тренировок? Ну-ка, это 1000 кругов, 2000 кругов бегать. Вот, это будет прикольно. Нет, это уже скучно. Это развивает только ваши мышцы. А вот, знаете, что сильнее закаляет любого бойца? Что же закаляет? Ну-ну-ну. Реальный бой и охота. Так что сейчас я даю вам задание. Бегите на северо-запад 10 километров или 20, ну, в общем, там небольшое расстояние совсем. Найдете логово мостовых червей, и тот, кто прибежит первым и убьет больше червей, тому я от себя обещаю какой-нибудь бонус. Ясно? Хорошо, батя. Я больше мостовых червей поймаю, чем ты. Нет, я уже первый побежал туда. Ладно, сейчас я тебя обгоню. О, я поверху пойду. Здесь могу срезать, смотри. Опа-на, я уже первый. Стоять. Я больше мостовых червей добью и поймаю. Нет, я буду первым. Меня батя будет хвалить, а не тебя. Нет, меня будет батя хвалить. Я буду любимым сыном бати. А мы вообще правильно идем с тобой, а? Да, неправильно, надо было туда бежать. Ой, северо-запад же там. А ты тоже неправильно идешь, там вообще туда, налево. Так. Я буду первым. Я первый. Подожди, братишка, кажется, вижу у вас того червя. Ну-ка. Видишь, да? Выглядит аппетитно. Ого. Ты подожди. Что такое? Он там один, что ли? Не может быть. Отец сказал, что их здесь много. Будет скучно драться. Да не, мне кажется, их там много. Просто они спрятались где-то. Если что, братан, давай так. Если он будет всего один, скажем, батя, их тут было 100 штук, и мы, в общем-то, так разошлись, что от них почти ничего не осталось, и мы их съели. Один остался. Хорошая идея. Давай, раз, два, три. Убивать! Их здесь очень много, братан! Нас увидели! Так, давай, вали их! Ого! Сейчас тебе, братишка, помогу! Давай! Ой, их можно кушать! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Давай! Вкусно, братишка! Мне хоть одного оставь! Подожди, это мой! Дай его съем! Ладно, хорошо, братишка! Ты его взял, завалил, а? Раздавил его лапами! Давай считай, сколько их! Ну давай. Сколько убил? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Короче, где-то примерно 27 у меня. А у меня где-то 28, вот. Не может быть. Я из всего 25 максимум вижу. Так я нескольких съел еще. Ты некоторых у меня завалил своим... Вот этим вот дыханием, звуковой сиреной. Что со мной? Ё-моё, братишка, с тобой все хорошо? Не знаю. Ну так чего бате скажем, а? Мы примерно равное количество, получается, добили. Подожди, что это за звуки? Братишка. Ну-ка. Смотри, еще много мостовых червей. Убивать. Ням-ням-ням-ням. Так, звуковая сирена. Убивать. Давай, братан, вали их. Всех убью. Давай. Кушать.
Так, мне хотя бы одного оставь. Не двигайся, взял его, съел, а? И ни одного не оставил. Так. Ну теперь точно непонятно, кого ты перебил, а кого я перебил. Да, мы вместе много убили. Слушай, давай, короче, принесем всех, которых вы завалили, а там уже отец решит, кто из нас победил. Давай. О, давай, кто больше себе на спину положит и принесет. Давай, этого. Тяжеленькие. Так что принесет больше тот, кто больше тренировался со штангами. Да, но это я принесу больше. Да я как бы тоже, я приседал много. Ой, меня опять тошнит. Аккуратней, братишка. Так, собираем вот этого еще на спину. И вот этого. Ох, их здесь так много. Отойди, я себе это мои, возьму. Это мои, не трогай. Так, это мои, это все мои мостовые черви. О, по кайфу, почти уже всех собрали. Ну все, отец, мы пришли. Так. Посмотри, сколько мы убили мостовых червей. Еще, правда, половина там осталась. Просто превосходно. Меня радует ваш результат. Так кто из нас победил? Мы примерно равное количество убили мостовых червей. На самом-то деле мне лень считать. Так что пусть будет у вас ничья, потому что я вижу, что вы оба постарались. Поэтому завтра вам двоим сделаю небольшую поблажку. Ну и всех этих мостовых червей можете забрать себе. Теперь это ваша еда. Классно. Круто, спасибо, батя. Спасибо, отец. Ладно, отдыхайте пока, а завтра... А что будет завтра? Кстати, а где мама? Мама ушла за новыми материалами для гнезда, а то скоро холода настанут, и яйца вот так уже просто, как ваши, лежать не смогут, и с ними еще что-то случиться может. Поэтому надо утеплить гнездо, чтобы у вас родились братья и сестры. Эй, братишка, ну сколько тебе еще ждать, а? Иди сюда давай уже быстрее, Иду, братишка, Ого, ты тоже научился высоко прыгать, да? Конечно, вместе с тобой же тренируемся целыми днями. О, слушай, а давай, может, испытание проведем, кто из нас дальше прыгнет? С этого прямо брыва? Давай. Так, я чур первый. Так, Ого. Давай, братишка, вот, все, я зафиксировался. Так, давай. А, чё ты меньше прыгнул, ха-ха. Да. Я, получается, победил. Давай еще раз. Так, опа, ой. Тихо. Ну что, давай, братишка, ты первый. Давай, тут этого камня прыгаем. В этот раз я первый, хорошо. Давай. О, красавчик. Теперь моя очередь. Так, опа. Давай. Ай, в этот раз я тебе меньше прыгнул, Ну, полагаю, ничья. Ну ладно, ничья. Да, ладно, что, пойдем качаться? Нет, насрочу ты батя сегодня звал, зачем-то. А, да? Ну, сейчас давай пойдем, спросим. Классная, кстати, у нас форма, да, нам батя выдал. Такие же розовые трусы и ботинки, привет, как у него. Папа. Здорово, дети мои. Привет, отец. Мы как раз после тренировочки. Вы стали действительно сильными. Я горжусь вами. Что ж, сегодня у вас будет новое интересное задание. Какое, отец? Знаете, что самое главное должны делать большие сирены в своей жизни? Качаться и наращивать мышцы и силу? А, есть сиреноголовых. Точно, большие сирены едят сиреноголовых, я уже так забыл. Так направляйтесь в южно-западное направление, и там обитает семейство сиреноголовых. Вроде бы даже у них есть великая мать-мегафон. Ваша задача победить их и принести мне как можно больше сирен. Ясно? Хорошо, отец. Хорошо, все сделано. Будет исполнено. Ну и как обычно, кто принесет больше сирен, того я вознагражу. А получается, головы сиреноголовых тебе приносить, да? Да. Головы? Да, именно головы. Хорошо, отец.
Будет исполнено. Что сделаем, отец? Ну чё, пойдем, братишка, я первый, как всегда. Не-не-не, в этот раз я буду первый. Ах, у-ху, ты ж прыгаешь, у-ху. О, братишка, смотри, сколько свежего мяса, ты это видишь? Ну-ка. О, смотри, да. Смотри, сколько сиреноголовых. Ну так и просится в мой мегафон. Да-да-да, прямо просится в сирену. Ммм, какие они вкусные. Ну-ка, интересно, когда они нас заметят. Так, ты готов? Давай выпрыгиваем, бьем их. Раз, два, три. Мне кажется, меня заметили. Ладно, давай сейчас побьем. Убивать. Братишка, мне оставь. Да. А то сейчас всех поперебиваешь. Моими. На. Так, получай. Смотри, я один из них ударил, я подлетел. Слушай, они такие слабые. Ага. Меня тоже подкинуло. Ох вы, жалкие создания. На, с одного удара, смотри, их урабатываем. На. Смотри, с одного удара их просто разрывает, понимаешь, братан? На, капец. Меня, смотри, жалкие, ничтожные формы жизни. Так, а ну-ка, идите сюда. Слушай, я могу заниматься этим целый день, убивать себя. Я тоже, это так интересно, ага. Так, давай собираем потом головы, не забывай. Так что особо не разбрасывай их трупы. Смотри, пока они меня бьют, я качаюсь. Да, вижу, ну я тебе помогу, на. Все, братишка, разобрались. Это было так легко. Ну-ка. Да, больше не вижу сиреноголовых. Да, вроде больше нет. Хотя, знаешь, может, еще в той части леса пойдем посмотрим, а? Давай, давай. Потом за этими головами тут вернемся. О, вон еще в лесу вижу, побежали быстрее. О, давай, 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 давай. О-хо-хо, вот это я понимаю. Вот это действительно мои дети. Да, отец, вы добили сирен. И могучие убийцы сиреноголовых. Я горжусь вами. Рада стараться, отец. Да, спасибо, отец, то, что нами гордишься. Что еще сделать? Ну, пока тренируйтесь по старой схеме, качайтесь, становитесь сильнее. Потому что через пару дней у меня будет для вас очень важное объявление. О, мы будем ждать. Так а кто в итоге победил-то, а? У-ху-ху. Это вы узнаете через пару дней. Хорошо, отец. Как скажешь, отец. Ну чё, братишка, пойдем дальше тренироваться? Да, пошли, пошли. Так. В этот раз я впервые пробегу 1000 кругов. Нет, я. А вот я уже я. Здесь, смотри. Так ты прыгаешь и не бегаешь. Какая разница? Так, сейчас, я буду первый. Давай качаться. Сколько мы с тобой сирен добили, да? Ой, ох, меня ж занесло. Так, опа. Сколько сиреноголовых, точнее, голов сиреноголовых принесли? Они какие-то слабенькие. Да, с одного удара отлетали. Хотя посильнее мостовых червей. Да, конечно, ну вы уже подросли, конечно же. Да. Да, отец, мы пришли, ты назвал? Да, отец, что такое? Ну, дети мои, вы оба стали достаточно сильными и подросли для того, чтобы рассказать вам главную тайну нашего семейства. Как вы думаете, почему накачанных больших сирен так мало? Ну, наверное, потому что сложно надо качаться, тренироваться. Да, сложно накачаться, тренироваться. И, в принципе-то, многие большие сирены ленивые довольно-таки, в отличие от нас, так что неудивительно. Нет, неправильно. На самом деле, качков больших сирен мало потому, что у нас в семействе, как и в других семействах качков, принята традиция, что наследником должен стать только сильнейший из сыновей. Сильнейший? Сильнейший? А это что значит? Это как? Вы с братом должны будете биться насмерть, и тот из вас, кто выживет, тот и будет сильнейшим. Эволюция — это, дети мои, путь сильнейших, только самые сильные выживают в ней. В своей молодости я бился со своим братом, в то время как мой отец бился со своим братом, и мой дед бился со своим братом, и только сильнейшие оставались живых и продолжали наш род. Именно поэтому больших сирен качков так мало, потому что мы проповедуем путь сильнейших, и только сильнейший достоин продолжить наш род. Но я так не хочу драться с братишкой. Я не хочу драться. Определить, кто будет сильнейшим. Я тоже не хочу с ним драться. Слушай, дурак, что значит не хочу? Ты старший, я уступаю тебе место, будь тогда, в принципе,
Как там ты говорил, наследником, да? Вот будь наследником, раз ты самый наследником. Старший. А я слышал, есть чемпионат в далеких краях, чемпионат качков, монстров Тревора Хендерсона и ACP, понимаешь? Там есть разные качки, говорят то, что есть не только качки и большие сирены, я слышал такое. Есть и сиреноголовые качки, мультяшные коты разные, может даже мостовые черви, эти жалкие ничтожные создания. Поэтому раз мы с тобой выросли, я отправляюсь искать других качков в далеких-далеких краях, чтобы их победить и стать самым-самым сильным. Я, наверное, с тобой пойду? Нет, никуда ты не пойдешь. Вы должны решить, либо бьетесь насмерть, либо один уходит. Кто-то должен продолжить мой род. И мне не важно, как вы это решите между собой. Так что решайтесь. Я тогда ухожу, ты старше, ты и занимай престол. Ну как же так? Я же не могу тебя одного оставить. Ну я сам ухожу, ты меня не оставляешь? Да, наверное, все же лучше, если ты уйдешь, потому что если отец заставит нас драться, а он заставит, я бы не хотел тебе навредить. Да я тоже не хотел бы чуть-чуть сломать. Поэтому я ухожу. Брат. Ну, пойду на турнир бодибилдеров, качков. Ну тогда прощай, братишка, давай, я пошел. Давай, братишка. Может, еще когда-нибудь и встретимся, свидимся. Давай, надеюсь, удачи. Мы с тобой свидимся. Удачи, отец. Братишка. Пока, сын мой. Пока, ну, всем. Ну что ж, раз ты остался один, то теперь ты будешь наследником. Это немного нарушает традицию, но я, пожалуй, позволю. Так, куда же дальше идти? Ну, пойду в эту пустошь, эта пустошь однажды закончится, и куда-нибудь я выйду. Ох, сколько я уже иду, а! Ух, наконец-то хотя бы эта пустошь закончилась, наконец-то какой-то лес начался. О, через эту пустошь было нелегко пройти. Там еще эти титаны водятся, день 17-й, день 18-й. Хорошо, хоть они меня не заметили. Да, конечно, я сильный, но титана-то я не могу одолеть. Меня спокойно какой-нибудь титан день 17-й схватит щупальцами и съест. О, а это еще кто? Это еще кто там такой бегает, а ну-ка? Пойду-ка посмотрю. О, а это кто там на холмах? Еда! Монстры! Мы должны найти еды! Да, наш отец недавно на плотине нас развел и сказал нам идти и захватывать этот лес. Во имя воли нашего отца! Смотрите, а вот и первый враг! О! Уничтожим! Свежее мясо! А ну-ка идите сюда! Атаку! На! 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 А, он сильный! Идти! На! Какие-то странные монстры, у них какие-то странные пакеты на голове. Это пакетики молока. Да, точно. О, один убегает. А ну-ка, иди сюда. На, никуда ты не убежишь. О, этот спрятался. Притворился деревом. На. Это ловушка была какая-то. Кто они-то? Я здесь один. На. Получайте. Какие-то странные красные монстры с коробочками на голове. На. О, последний, на, все, готов. Ну, вроде это был последний. Так, их можно вообще покушать? О, как раз здесь их много столпилось. Так, сейчас попробуем. Ну, на вкус, в принципе, пойдут. Хотя эти монстры какие-то слишком дохлые. Слишком мало белка и слишком мало жизненной питательной энергии. Так, ладно, пойду-ка я дальше отрез исследовать. Где-то тут была еда. Ой, кажется, слышу какие-то звуки. Это сиреноголовый где-то? Еда. Так, нужно подпрыгнуть и осмотреться. Посмотрю, где он вообще находится, этот сиреноголовый. Так. Пока что не вижу никого. В той стороне, что ли? Да, это какой-то сиреноголовый. О! Да, это сиреноголовый, только какой-то качок. Они убивают. О, какие мышцы. Сиреноголовый, мы же ими питаемся, а ну-ка иди сюда. Надо с ним разобраться. На! Решил покачаться перед боем, на! Ну, сейчас я тебя отметелю, получай. Он меня схватил, решил побороться. На! Получай удары. Мои прокачанные руки сейчас сломают твою сирену. Больно. На, получай. Ох, что-то какой-то не такой уж и слабый, как я думал. Но... Все-таки накачанный. На, ну ничего, я сильнее, я его выиграю. На! Сейчас. Больно. На, еще удар.
На! Какая же опасная еда! Ага, очень опасная еда! Ты еда! Еда для большой сирены! На! Надо отступать! Хотел на турнир качков прийти, а тут какой-то... Что, турнир качков? Увы, подожди, не убегай! Где здесь ты говоришь, турнир качков проходит, а? А ты куда вообще шел? Че ты на меня напал? Я тоже иду на турнир качков, но я вижу то, что ты сиреноголовый, решил тебя съесть. Ты что, дурак, что ли? Мы большие сирены, мы едим сиреноголовых. Едят друг друга только победители и проигравшие. А, вот так вот? Я 15-й сын великой мамы. Она тоже пришла на турнир. Великой мамы качка. Мегафон качок? Ё-моё. Да, там коты качки есть, псы качки есть. Ого. Даже, говорят, бог мы с того червь пришел, он тоже какой-то накачанный. А отведешь меня туда показать? Ну ладно, отведу. Ну, возьму. Хотя я по этому бою только что понял, что я все же буду слабоват. Ну ничего, мои 14 другие братьев тоже качки, они будут посильнее. Так что, думаю, они тебе конкуренцию составят. Пойдем. Тогда пойдем. О, мы пришли, да? Да, вот он турнир. Ого. Качков. Сколько качков, сколько сиреноголовых качков. Ого. Это что, мультяшный демон-качок? О, наконец-таки все в сборе. Мультяшный пес-качок. Я знал, что ты придешь. Мостовой червь-качок. Большой сирена-качок. Да, я пришел. Спасибо от сиреноголовому. Братишка, эта большая сирена очень сильная. Я не смог с ней справиться. Да, ну ничего. Я, твоя мама и твои оставшиеся братья с ней разделаемся. И будем победителями в этом турнире. Ну посмотрим, какие вы будете победители. Так, хватит разговаривать. Смертельный турнир вот-вот начнется. Ну короче, да, ребята, такая сегодня у нас офигенная серия получилась. Ну а что было дальше, вы, ребят, можете узнать, посмотрев ролик про чемпионат качков монстров Тревора Хендерсона. Да, ребята, мы устраивали битву всех качков в Гаррис моде. Большой сирены, великой матери Мегафон, сиреноголовый там также был, мультяшный пес, мультяшный кот. И вроде как даже там, ребят, был мостовой червь. Нет, тогда его еще не было, кстати. Ну, в принципе, ладно, мостовой червь сам по себе очень-очень имбовый. Посмотрите, ребят, тоже про него он ролик. Он даже, знаете, скорее не качок, а бог, так что он немного в другой. Да, ребят, он немножечко не качок, он бог, поэтому, в принципе, он не считается. Ну а если вы, ребята, хотите больше этой рубрики на канале «Жизнь, да, от рождения до смерти», то давайте мы, друзья, наберем на этой серии много-много лайков, и тогда мы еще обязательно покажем жизнь других качков и, конечно же, жизнь других монстров Тревора Хендерсона. В принципе, ребят, на этом жизнь нашей большой сирены не заканчивается, только, так скажем, начинается, да? Потому что на этом чемпионате победит самый сильнейший и обретет звание самого сильного монстра-качка. А вот какой победит, ребят, монстра, то вы это можете узнать, посмотрев ролик. Кстати, друзья, напишите в комментариях, как вы считаете, какой самый сильный качок? Большая сирена, великая мать, сиреноголовый, пес или кот? Какой из этих качков? Ну а с вами были я, Слайкмаст и Дарк. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем, конечно же, ребята, пока-пока. Всего хорошего, народ. Дедушка, дедушка, расскажи нам что-нибудь, дедушка. Да-да, о, дедушка, хорошо, внучки мои, расскажу вам историю одну. Ну, это даже не история, это, можно сказать, целая половина моей жизни. Как я участвовал в чемпионате качков монстров Тревора Хендерсона. О, в том самом, да, дедушка? Да-да-да-да, и как я в нем побеждал. Самый чемпионат, который вошел в истории. Да-да-да. Ух ты! Ну, а после прослушанной истории, завтра приступим к вашим тренировочкам. Ваш сейчас отец, Большая Сирена, к сожалению, не стал качком, таким, как стал я и все до него. Мой отец, мой дед, мой прадед, мой прапрадед и так далее. Ну ничего, с вами я это обязательно исправлю, и вы у меня обязательно станете настоящими большими сиренами. В общем, слушайте хорошо, историю. Хорошо, дедушка. Конечно, дедушка. Тогда я еще встретил сиреноголового в лесу, это было много-много-много столетий назад.